Более полумиллиона христиан из разных стран мира увидели оригинал Туринской плащаницы. Впервые за 5 лет выставленный для публичного почитания в соборе Сан-Джованни в Турине в конце апреля. Туринская плащаница представляет собой кусок льняной материи, в которой, согласно преданию, было обернуто тело Иисуса Христа после снятия тела с креста. Можно будет увидеть до 24 июня. Посмотреть на плащаницу можно бесплатно. Нужна лишь регистрация на сайте Туринской плащаницы или непосредственно в центре бронирования плаца Дичита. По данным Туринской архиепархии, больше всего верующих прибывает из Польши, США, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В начале мая в Турин направляется группа паломников из России. Выставление Туринской плащаницы стало третьим по счету в 21 веке. Ранее ее можно было увидеть в 2000-м и в 2010-м годах.